почти всю дорогу. Да, мы приближаемся к Витебску. Удачной нам дороги. Уже у границы с Россией. Деревня Трижаки. Угу. А смотрите, как красиво. Просто. Вот мы всю дорогу от Витебска едем. Тут уже хаты заброшенные везде. Ну, не такие уже и заброшенные. Ну, такие средненькие деревеньки. Людей мы особо не видели. Вот деревня Росная. Поближе. Драники. Усадьба. Приглашают на драники. Да. Ну, мы поедем дальше. У нас уже совсем скоро граница будет. Через километров, наверное, 5. Ну, и видно, что деревня уже российская, потому что улица центральная называется Ленинградское шоссе. Советская, как у нас было. Поздравляю нас с успешным прохождением таможенной границы. Мы уже на территории Российской Федерации. Ура нам, ура! 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 Довольно быстро прошли. Что у тебя смотрели? Паспорт. Про ПЦР-тест спросили. Я сказал, что мы вакцинированы, а ПЦР-теста нет. Но пропустили. Так. Так что мы уже едем. Сколько нам осталось до Пскова? 250 километров. Ну, немного, нормально. Дорога у нас опять однополоска, но ничего страшного. И где же это мы едем? Трасса Е95. Ду-д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 у
показать вам дорогу. Ну, именно в тот момент, когда я хотела показать, что дорога ровная, мы наехали на кочку. Но вообще, на самом деле, дорога действительно ровная. Скорее всего, новое покрытие. Прям вот ни одной ямочки нет. Ни трещинок, ничего. Потому что доехали, мы ехали с Минска, когда по М1, это, конечно, не очень, прям совсем не очень. Тут все время убита какая-то, да, наша М1, такая трасса. Ну так столько транспорта там едет, она соединяет. Областные города, качество просто оставляет желать лучше. Ну хоть ее летом чуть залатали, сейчас более-менее. В одном месте только колесо чуть не оставили. Добрый вечер. Мы уже приехали в Псков. Вот немножечко вам покажем города Москвы. Там почти в центре города. Джеймс Бонд идет. И Дюна идет. Надо сходить посмотреть. Пойдем сегодня? Вечером. Гостиница Октябрьская. Но мы не сюда. Мы едем в апарт-отель. Да? Апарт-отель Family. Вот. Уже скоро приедем. Впереди, скорее всего, парк. Город. Но на въезде мы видели большой памятник красивый. Написано было, что Псков город. Дорога такая. А Псков город воинской славы. Вот. Как Леша мне сказал, что Псков самый старый город в России. Я ему поверю. Указ президиума о награждении.
ордена Трудового Красного Знамени, между прочим. Он еще надо и... будет ехать прямо. Город передовиков. Труда. Ну, ресторан Дункан. Что еще у нас тут есть? Церковь. Какие-то аттракционы. Лошадки. Ну, вот это уже, да, видно, центр. Угу. Арбат. Что это? Салон обуви. Цум! Вот! Вот предел моих мечтаний. Через 300 метров езжайте прямо на Ар-60. У нас стоит Ленин. Теперь езжайте прямо. Вот, наверное, часть Кремля. Ну да, у нас гостиница, написано было, что совсем рядышком возле Кремля древнего. Ну, похоже, что это он и есть. Да, это начало его и есть. Да? Угу. Мы практически приехали. Осталось пару минут, и мы на месте. Чуть-чуть поближе покажу. Через 300 метров поверните направо и потом держитесь правее. Тут симпатично. Смотри, как набережная здесь. Excited, такой радостный, что забыл все русские слова. Прошли российскую и эстонскую границу. Да, мы на территории Эстонии сейчас. Наконец-то пригодились наши сертификаты вакцинированного спутника. В Эстонии они действительны и не требуется карантин. Да, поэтому мы сейчас будем проезжать Эстонию, кусочек ее, и едем вообще мы в Латвию, в Ригу. Планировали жилье, там ночуем одну ночь точно, дальше планируем еще 2 недели там быть, ну как получится. Вот. Покажем немножечко дороги. Дорога тоже хорошая, на самой границе. Проходили границу очень долго, российскую очень долго проходили. Сначала стояли, долго-долго ждали. 4 раза заполнили декларацию таможенную. Да. Ручную, руками. Ручную, да, вручную переписывали. Ручкой. По 2 экземпляра. Вот. Потом нас заставили выгрузить всю полностью машину. Мало того, что мы выгрузили все, они пересмотрели все пакеты, все сумки. Ну ладно, как понятно, работа у них такая, все дела. Мы поставили все на место, а потом мы еще заехали в гараж. Нашу машину посмотрели снизу. Потому что мы же очень похожи на тех, кто везет сигареты. Потому что мы белорусы. Вот. И сигарет мы не везем, естественно, там их не было. Мы посмотрели, пожелали нам счастливого пути. Мы доехали до эстонской границы. Там показали наши сертификаты о вакцинации, паспорта. Декларацию. Кошку? Да, кошку, кстати, посмотрели. Ну, кошку не смотрели, посмотрели кошки на документы, сказали, что с документами все хорошо. Вот. И заехали еще тоже в ангар и оставили там машину на рентген.
мы сами выходили из машины. Нас отвели в комнату ожидания. Там идет телевизор. Нам... Русский какой-то сериал. Кожаный диванчик. Туалет рядом хороший, цивильный. Это уже на эстонской границе. Мы прошли быстро. Да, эстонская очень быстро. Полчаса. Полчаса. Никто ничего не смотрел. Поспрашивали. Так, ну вот у нас тут первый город на дороге. Мисо. Может быть, Мисо? Не знаю. Ехали на границе с Россией, там птички сидят на дороге. Да, вообще целые стаи этих, то ли воробьев, то ли... Очень какие-то мелкие птицы, похожи на воробьев, и они прям вдоль дороги сидят стаей. Ты подъезжаешь на машине, они взлетают, и почему-то летят как бы не просто вверх, а как бы и на машину тоже. Мы все боялись кого-то сбить. Леша говорит, что мы вроде даже избили какую-то птичку. Подбили. Надеюсь, что нет, я надеюсь, ему показалось. И так что... В общем, справились. Сейчас 4 часа дня. Выехали утром из Пскова. Вот 10. Да. Ну вот, наконец-то все прошли. В Евросоюзе. Ура! Ура! Уезжаем в Латвию. Домики как кукольные. Такие все резные фасады, башенки. И цвета такие красивые.
Я же не хотела здесь снимать, потому что здесь идет стройка. Ремонт чего-то. Труб. Да? Не хотел? Хотел. Приехали в выходной в Юрмалу погулять. По городу, да, на море сходить. На море был 8, больше 8 лет назад. Приехали весной, а оно замерзшее. Снег и лед, так что даже море не посмотри тут. Но я надеюсь, сегодня должно быть все хорошо с этим. Спокойный такой поселок, городок. Жители Юрмалы сейчас. Поселок? Ты наш город обозвал поселком? Да, вон тут никого нет, парки. Пустые стоянки там, ну и чё, погулять как раз хорошо сегодня. Приближаемся к морю, на подходе. Да, там уже вон через деревья впереди видно, ну небо видно, где море ещё нет. Но уже такое ощущение, что вот-вот мы придем, такая радость накатывает. Да, это Юрмала конференц-холл у нас. Сзади видно. Ну хорошо, тихо, никого нет, туристов нет. Хотя не совсем понятно, почему нет, приезжать-то можно. Но, видимо, сейчас все-таки из-за этого ковида путешествие не очень распространено здесь. Ну, тут тоже. На деревьях растет этот красненький. В прошлом году гуляли по Тирольскому лесу, а это Латвийский лес. Ну, зато это то море. Там, где небо виднеется. Там уже должно быть море. А вот оно. Идем по лесу. И тут такие. Разворачиваемся. И море. Море. Моречко Балтийское. Да, выходишь из леса и все, на море. Всего лишь 10 минут езды от Риги. Не успели немножко, когда было тепло, покупаться. Ну что, зато погуляем, посмотрим. Вблизи звук морских волн. Да, сначала мелкое надо идти много, чтобы покупаться. Потому что сейчас утром было где-то 6 градусов тепла всего. Сейчас днем обещают 14, конечно. Но пока никого не видно, чтобы кто-то купался. Решили пройтись по пляжу вдоль моря. Тут вид, в принципе, везде одинаковый. Но чисто так прогуляться, подышать морским воздухом, да на чаек посмотреть. Да, пахнет соленым, соленой водой. Да, соленое оно такое значительное. А еще здесь медузы. Бедные лежат,
выбросила их на берег. И все. Вокруг еще много людей, занимаются спортом, пробежка. Я себя словила на мысль, что я, может быть, тоже, если бы здесь жила, выходила бы утром на пробежку. Потом думаю, ну кого я обманываю? Ну, здесь бегать, я думаю, значительно приятнее. Вид красивый, воздух соленый. Погуляли по пляжу, тут уже в обед и после обеда людей стало намного больше. Даже спортивные мероприятия. Очень приятно наблюдать, прям целыми семьями приходят. И вот там волейбол, раньше бы проходили, футбол играли. Но забавно было слушать, как серьезные взрослые люди, и такие по-русски ругаются друг на друга, когда играют. Прям как-то потеплело на душе, что ли? Там он смешно еще сказал, там, про скелета какого-то. Худой скелет, худощавый скелет, что-то такое было. Было смешно, да, слышать. Вообще сейчас очень приятно. Мы переживали за погоду, так утеплились, когда выходили. А на самом деле очень хорошо, ветра нету практически. И, ну, солнца тоже нет. Но оно так, немножечко за тучами. Есть хорошая погода, не холодно абсолютно. Люди, которые спортом занимаются вообще в шортах, майках, босиком. Да, в принципе, ветра особо нету, поэтому вон. Особенно если занимаешься физической нагрузкой, так точно не холодно. Я тут... Вместо прогулок в лесу люди приходят на прогулки у пляжа. Да, очень много кто занимается скандинавской ходьбой. Люди, да, или женщины, мужчины на пробежку выходят с собачками, с детьми. Очень красиво, приятно, хорошо.